А дача, как известно, это совсем другая философия. Кто не поднимал ведро из колодца, тот не поймет. Хороша водица. Добрый день, уважаемые гости, подписчики. С вами я, Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». Данное видео мы посвятим тому, как превратить обычную летнюю дачу в зимнюю. Как утеплить обычный дачный домик. Я думаю, что это видео будет актуально для многих, судя по форуму, по вопросам, которые вы задаете. Типичная подмосковная дачка на стандартных шестисотках. Смотрите, здесь все компактно. И история этого дома развивалась тоже постепенно. Если вы видите, сначала был основной дом. Здесь 5×5. Квадратный дом с четырьмя фронтонами, такими, с четырьмя индовыми. Пристроилась потом еще веранда, пристройка. И это еще не все. Наш заказчик, видите, приготовил винтовые сваи, уже они здесь стоят, еще будет расширять, увеличивать вот входную группу и так далее, расширять дом. Раньше были требования как для летнего отдыха. Вот появилась еще котельная пристройка к дому. Потому что в дом разместить котел. Котел известной фирмы, рекламировать не будем. Значит, отапливается палетами и так далее. И, к слову, у заказчика тепло наступает в доме за полчаса. Если растопить здесь водяное отопление, в доме алюминиевые батареи, нагревается очень быстро. Нагревается это быстро, но... Тепло улетучивается тоже быстро. Если перестать топить, за полтора часа во все щели, фронтоны, в крышу тепло расходится. Поэтому наша задача утеплить дом и кровлю, чтобы максимально сохранялось тепло внутри. Вот такие были карнизы со всех фронтонов. Они разделяли фасадную часть там первого этажа и фронтонную часть. Да? И тоже там будем мы крыть металлочерепицей. Давайте поднимемся наверх. Я вам покажу, какое было утепление и что мы собираемся делать по порядку. Вот, сегодня вот утеплитель приехал к нам. Пиломатериал. Ну так, рабочий беспорядок. Вот я залез на леса. Сейчас ребятишек отправил я пообедать. Вот. Видите, в основе своей здесь сруб. Такой колодец, скажем, одноэтажный. Видите, мхом переложено все. Здесь пустота и обшито все вагонкой. Дальше... фронтоны, ну, стропила и фронтоны мансардной кровли сделаны из каркаса такого. Изнутри обшита вагонкой. Вот тыльную часть вагонки мы видим. Вот. И вложен утеплитель всего лишь пятерка. Пятерка, он был все. Конечно, это недостаточно. Сейчас мы будем утеплять 250. Сейчас это здесь 10 сантиметров. Нарастим еще 15. В сумме будет 250. Будем фасадными панелями деки обшивать, то наши карнизные свесы кровли заметно уменьшатся. Тоже мы будем увеличивать карнизные свесы вот на 30 сантиметров практически. Карнизные свесы вот будут выдвигаться со всех сторон, в разные стороны. То есть у нас выдвинутся все фронтоны на фасадной части на 15 сантиметров вырастут. На окнах появятся откосы. Вот, и фронтоны будем обшивать фасадными панелями после утепления. И в качестве гидроизоляции использовался здесь рубероид. Ну, в свою функцию он как бы делал, защищал от дождя яндовую. В принципе, кровля не текла, люди не жаловались. Вот, но будем мы это удалять, тоже делать мембраны, утеплять. И кровля тоже вырастет на сантиметров 15-20 во все стороны и приподнимется. Надо сказать, уже привезли мы пиломатериал. На редкость попалась хорошая база. Вот здесь, чем дальше, я заметил в Подмосковье, чем четкий лес, стандартный,
Вообще обзола нету. Посмотрите, какой шикарный лес. Ребята уже антисептировали его. Накрыли пленкой от дождя. Сейчас дождик идет. Вот лес ждет своего часа. Итак, спустя неделю я приехал на утепление, на промежуточный контроль. Сейчас покажу вас, познакомлю с работой. Василий, ручкой да. Сделай. Мы здесь. Вот такие у нас скаты ответственные здесь. Чердак будет у нас холодный. Покажу вам так, как утеплено здесь все. Сейчас посмотрим. Так как, видите, не... это значит, что про изоляцию герметично нужно вставлять сюда как ванночками. Вот поднимать наверх, все проклеивать. Это при учете сохранения отделки там внутренней, вагонки и все прочее. Также касается это и скатов мансардной кровли. Сделали, закончили. Вот остался этот угол последний. И, в принципе, закрыть этот скат. И меня вызвали как раз, чтобы я проверил работу. Все сделано с подложкой, с уплотнителем в этой части, чтобы полностью исключить попадание влаги вовнутрь утепления. Вот. Яндовые также сделаны. С использованием двух брусков в основании. Вот этот уплотнитель на клеящей основе здесь. С одной стороны липкая часть. Так. Ну, мансардную часть кровли мы утепляем 250 миллиметров. Вот здесь доска 150, потом брусок 200, и еще один брусок 250. И нет возможности натянуть у нас пароизоляцию, так как с этой части вот вагонка, я ее трогаю, это отделка помещения. Поэтому мы аккуратно проклеиваем пароизоляцию здесь, как бы ванночками, заводя на стропила. Утеплено, видите, как четко все. Здесь уже фронтоны утеплены, и плоскость фронтона готова к монтажу фасадных панелей дёбки. Здесь будет у нас. Так, сейчас я расскажу нашим подписчикам, как мы утепляем фасад. Здесь, в принципе, ну, фасад, фронтонная часть. У нас утепление здесь 250. Вот сверху мы уже утеплять не будем, так как там уже холодный треугольник. Я вам показывал, как мы утепляли там потолок. С крыши я залазил. Вот, там утеплено вот по этому контуру. Мы будем утеплять вот жилую часть фронтона. Вот где окно. И выше. Вот, и будем тоже отделывать фасадными панелями. Вот здесь такой будет фальш-карнизик. В принципе, он со всех трех фронтонов. Просто для красоты есть здесь металлочерепица. Это стакан называется, да? Вроде. Тебе, дядя Юра, что ни спроси, все стакан. Это самое. Ну вот, жду критику от знающих электриков. Вот такой у нас вход в дом. Вот. Ну, это вчера вот сам заказчик колдовал здесь. Дополнительный еще кабель. Ему еще дополнительный вход в дом, не знаю, орешки. Но здесь поаккуратнее, ребят, мы еще к этому моменту вернемся. Вот сколько мусора. Ну вот, да, рубероиды тут от старой крыши, смотрите. Ну это пойдет на дрова, потому что топят котел дровяной здесь. Вот он, пожалуйста, оно все в дело пойдет, только с гвоздями, конечно. Гвоздей, не знаю, килограмм 50-100 точно. Вот. Рубероида. Мешки мусора. Вот, ребят, погрузит, поможет. Андрей! Ау. А тебе алюминий нужен-то? Дырявый? Нет, конечно. В хозяйство взял бы-то? Нет.
Да что? На багажник и в Мариэл, что? Алюминиевый пойдет в дело. Дрявый профнастил из алюминия. Отдам даром. Кто напишет к этому видео 100 комментариев и 100 лайков поставит. Один человек. Андреев, он начал уже писать. Про изоляцию мы используем Utafol 96 Silver. Гидроизоляционная мембрана у нас, естественно, Delta Vent N. Ну так, пойдет. Пойдет так. Для сельской местности. Вот. Потому что для каждого хозяина это дворец. А ты для сельской местности. Ну. Вообще люкс. Итак, приехал я на окончательную приемку. Посмотрите, во что преобразился наш домик дачный. Пойдемте обойдем со всех сторон. Мы сделали вот такую вальмочку, видите, переломы внутренние. Тем самым увеличили вынос кровли, утеплили фронтоны. Увеличили скаты кровли, да, вынос крыши. Так что труба, видите, из-под печки, немножко полтрубы зашло в крышу. Ну там заизолировано все отлично. Дачка у нас преобразилась. В последующем наш заказчик хочет здесь фасад тоже отделать такими же фасадными панелями. Вот. Чтобы это все играло в один ансамбль. Так, ну, полезу. Посмотрю. Так. Не успел я. Так. Видите, через планку, вверху тоже карнизная планка. Это декоративный элемент яндовый, все вы прекрасно знаете. Ребята сделали, подсунули декоративный элемент, немножко с выносом сделали основную яндовую, нижнюю, под нее, чтобы потоки воды с двух скатов попадали на этот верхний элемент. Ну тут все стандартно. Вот. Тут так сделали мы карнизы побольше, вынос. Видите, планка примыкания. Интересно получилось с окнами, обрамление окон, как красиво смотрится в сочетании. Это из металла, металлические мы фронтонные планки делали. Карнизная. Вот сеточка. Из металла гнули мы эти части. Это пластиковый софит. Всем известный. В этой части, видите, винтовые сваи закручены, вот здесь ряд. Клиент хочет еще достраивать пристрой к этой части. Кровля будет продлеваться. Поэтому в этой части она имеет незаконченный вид такой. Видите, брусок. Пленку мы завернули. Здесь будет пристраиваться часть дома. Это все снесется. Арселор 0,5. Цинка 275, гарантия 15-30 лет, 12.03.
Как-то так. Снимать, они уже два листа сегодня в домах. Машину готовят к отгрузке. Вот металлочерепицу режет. Что-то барахло. Итак, дорогие друзья, наш проект «Как сделать теплую зимнюю дачу» завершился. Я со своими сотрудниками вам передаю большой привет. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы думаете. Итак, всем пока. Хей! Hey!